Автомобилисты начинают готовить машины к зимнему сезону. Менять шины с летних на зимние рекомендуют, пока не ударили морозы и не случился так называемый день жестянщика, когда из-за первого гололеда на дорогах фиксируют огромное количество аварий. Переобуваться можно, когда температура воздуха опускается до плюс 5 градусов. Но и сейчас многие приезжают в мастерские, чтобы заранее подготовить колеса. Я привез зимние колеса, чтобы их проверили перед зимой, отбалансировали, то есть дошиповали, давление проверили. Ну, потом уже все будут ездить, то есть ажиотаж будет. Придется в очереди стоять. А сейчас пока нет никого. Как говорится, готовься они летом. Средняя стоимость полного шиномонтажа по Самаре от 1500 до 2200 рублей. Это примерно на 15% дороже, чем в прошлом году. А вот цены на резину по наиболее популярным типоразмерам остаются на уровне прошлого года и даже ниже. Это связано с тем, что известные зарубежные поставщики покинули рынок и нишу заполняют товары из Китая. Шины сейчас в основном ставит производство Китай, так как по цене они стали доступнее. И многие шины ушли с рынка, дорогие. Средняя цена от 3-4 тысяч рублей за одну покрышку. Итого сменить шины на зимние, используя китайскую резину, можно в среднем за 18 тысяч рублей. Это бюджетный вариант, можно поставить и более дорогие колеса. В прошлом году общая стоимость доходила до 40 тысяч, так как поставщики из-за нестабильности поднимали цены. Увеличение спроса на шипованную резину автоэксперты ожидают в конце октября, в начале ноября. К этому времени цены еще могут подрасти. Напомним, что с сентября в России установлен запрет на использование зимних шин летом, а летних зимой. Штраф за нарушение 500 рублей. Машину также запрещено, если зимние шины установлены не на все 4 колеса. Правило относится к легковым машинам и грузовикам весом до 3,5 тонн. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.